Закончился матч РФ ФТИ со счетом 1-1. Что, по вашему мнению, пошло ваша команда не так? Почему не смогли на домашнем стадионе взять Речка? Ну, самое первое, и, к сожалению, для нас, это недонастрой на соперника. У вас лига такая активно рекламируемая, да? Вот. И ребята все, естественно, смотрят матчи, анализируют сами, даже бывает где-то. Ну, к сожалению, вот это сыграло с нами злую шутку. И ребята видели, как играет эта команда. И она явно, можно так сказать, слабее нас была. Мы ее должны были обыгрывать просто по всем статьям. Тут, да, могли быть какие-то исходы там, ну, что и случилось, к сожалению. Вот это недонастрой, недооценка соперника и нам привел такой результат. К сожалению, для нас не удовлетворительный вообще никак.